будет направлена именно на то, чтобы в Чеченской республике, как и на всей территории России, воцарил мир, порядок, чтобы преступники привлекались к ответственности по России. Одно из требований демократии явилось принятие указа президента по борьбе. Уже не нужны и военные посты, да. Не нужны какие-то федеральные силы. Мы сами в состоянии обеспечивать порядок, жить по российским законам, жить по конституции и поддерживать нормальную мирную жизнь людей. Очень коротко, ваше мнение. Я не могу громко кричать, у меня удалено половина легкого. Хорошо бы к нам лицом. Пожалуйста, я думаю, это глубоко символично, что впервые встреча руководителя ФБР и службы России происходит именно сегодня, в День независимости. О, отойди. Добрый день, господин Шабаев. Ich hoffe, dass wir einige gute Tage vor uns haben. Первым выступает